Всем привет, дорогие друзья! С вами Таски, и сегодня я вам покажу один из методов, как вылезти, то есть самый стандартный мой метод, как вылезти из текстурок или когда вы заблокировались, когда вы работаете на бензовозах, потому что очень часто такое бывает, что работаешь ты себе спокойненько, никого не трогаешь, но вдруг ты застреваешь где-то. И многие новички, даже не зная, как это исправить, они просто оставляют этот грузовик и просто берут новый. Но сегодня я вас научу, как это избежать, ну, даже не избежать, а просто как выйти из такой ситуации. Поэтому начинаем. Итак, вот, допустим, стандартная ситуация, которая очень даже часто происходит на данном сервере. Здесь вот в центре, вот чувак думает, помочь, что ли? Ну, я... ладно. Окей, я лучше не буду ему писать. Так вот, очень стандартная ситуация, когда чуваки бросают здесь свою фуру, потому что они не могут вылезти. Все, что вам нужно сделать, это нажать, потому что вам никто, в принципе, не может вам помочь, потому что бензовозы стали прозрачными, поэтому, в принципе, вы можете надеяться только на себя. Поэтому нажимаем на газ, нажимаем на тормоз, ну, как будто бёрнаут делаем. И в это же время, или можете, кстати, попросить полицейского, они могут вас ударить. Нажимаем газ, нажимаем тормоз, нажимаем либо влево, либо вправо, именно на A, либо D. И смотрите, что происходит. У меня какая-то собака на улице, вот. И просто начинаем как-то вот дергать, начинаем что-то делать максимально, чтобы мы отсюда вылезли. Мы сможем, потому что мы начинаем просто делать этот бёрнаут. И фура начинает крутиться на место. И это очень сильно помогает вам вылезти из любого, в принципе, места на этой карте, так сказать. Поэтому вы вылезете, ну, не так уж быстренько, я могу так сказать, но просто нужно, чтобы вам повезло, потому что не всегда так везет, чтобы правильный угол подобрать. Итак, пацаны, если у вас все-таки не удалось выйти, как у меня сейчас, просто берем, нажимаем то же самое, просто газ, тормоз. Нажимаем направо, например, в этой ситуации, и просто начинаем быстренько дергать. Руль вправо. Вот просто смотрите, как это выглядит. И после этого сейчас мы дойдем до одной точки. Вот смотрите, мы разогнались максимально. Короче, когда вы дошли до этой точки, просто нажимаете направо и назад. Тогда ваш бензовоз просто начнет ехать вот так вот назад, и вы сможете вылезти из этой ситуации. Это очень трудная ситуация, в которой даже... И я со своим скиллом, я не смог сам себе помочь. Итак, доезжаем мы до следующего места и пробуем уже другую проблему. О, Stay Positive написал. Привет тебе, кстати, братан. Так, что происходит, когда мы просто берем, например, отсюда слезаем и мы нажимаем F3 случайно? Вот смотрите, какая ситуация может быть. Вот. Что мы делаем в такой ситуации? Нажимаем на газ, на тормоз нет. Просто начинаем дальше спамить F3 как-то и... Также, ну, то есть, то же самое делаем даже, вот, просто пример. И опять же нажимаем, как я уже говорил, вперед-назад одновременно и влево-вправо. Ну, одна из этих, которую вы выберете. Давайте попробуем второй раз попасть в эту ситуацию, очень даже неприятную. И потом делаем итоги, как все-таки спастись от этого и как вылезти из этого. Сейчас, вот. Стандартные ситуации, что делают многие, просто нажимают на газ. Это никак не помогает, но просто нажимаем на газ, тормоз, влево-вправо и начинаем спамить на F3. Как-то, то есть, максимально делайте что-то, то есть, я не понимаю, как это объяснить, но вообще-то, вот как-то так примерно это и работает. Вы нажимаете газ, тормоз, начинаете как-то ломать сервер, что ли, браться через текстуры, и этим самым вы помогаете себе вылезти из этого. Вот так и вышло. Если у вас все-таки не получается, как у меня только что не получалось, берете и нажимаете влево-вправо, но уже не так, как я говорил, просто вот так вот. Вот таким вот образом. А просто начинаете влево-вправо быстренько нажимать и одновременно. Из-за этого можете реально из любой текстуры, в принципе, вылезти. Поэтому сделаем итоги. Как вылезти из текстуры? Самый первый метод это просто спамить F3, это самое простое, это самое изначальное, но иногда F3 опасно нажимать, например, вот такие вот ситуации, ну здесь, если бы я был наоборот, чуть-чуть развернут, ну окей. Иногда опасно нажимать F3 спамить, потому что вы можете еще сильнее усугубить ситуацию, но второй метод, который вы можете, еще один из самых простых и основных, это если вы видите полицейского, то есть...
парни зов клана, который работает полицейским в это время возле вас, то вы можете просто обратиться к нему, чтобы он вас подтолкнул чуть-чуть, и все. И вы выйдете. И самый третий, самый последний, самый-самый нормальный метод, это просто взять и быть аккуратным. Ладно, шучу. Это брать, нажимать на газ и тормоз одновременно, потом лево или право, либо одновременно, либо вправо или лево, но нажимать очень часто, очень быстро. И тем самым вы сможете выбраться вообще, в принципе, из любой текстуры, мне это очень много помогало. А если вы видите, что ситуация реально прям уже выходит из-под контроля, и там почти вся машина в текстурках, то попробуйте максимально залезть в эти текстуры, потому что вы можете в них упасть, и при этом... Так устроена физика GTA, так сказать, что вас, в принципе, просто телепортирует на землю в другом месте. Так что всем спасибо за просмотр, надеюсь, вы будете более аккуратны или не будете залезать в такие вот ситуации. Всем удачи, подпишитесь на канал, у нас скоро уже будет 300 подписчиков, очень рад. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.